Этот дом на улице Институтской построен в середине прошлого века. Спустя 72 года он выглядит почти как новый. Ярко-желтая расцветка особенно радует глаз в серую пасмурную погоду. Выбор в пользу такого смелого дизайна приняли сами жители. А вот в соседнем дворе на улице Колпакова мытищинцы отдали предпочтение терракотовому. У каждого дома свое цветовое решение. Цвет дома может повлиять на несколько факторов. Это и его внешний вид, и настроение жителей, и весь облик города. Сейчас мытищинцы все чаще стали отдавать предпочтение ярким цветам. И этот дом глиняно-кирпичного цвета – яркое тому подтверждение. Разнообразная палитра фасадов – это не только принципиальное архитектурное решение, но и один из способов разукрасить серые будни. Жители Мытищ уже успели оценить новый облик города. Я сам напротив живу, Колпакова 10, и всегда, так скажем, с небольшим ужасом смотрел, что у нас тут напротив. И когда мы видим, в общем-то, какие-то изменения в положительную сторону, то это, конечно, всегда приятно, это всегда какие-то краски новые, мне кажется, всегда яркие цвета приносит нам какой-то вкус, какое-то настроение, и наша такая осень становится более-более яркой. Я на Новомытищинском живу, 1-1, и там рядом тоже дом как раз-таки перекрашивают, там красный, по-моему, оранжевый есть. Смотрится необычно. Как привыкну, я не знаю, вот. Ну, как оно будет. Но так необычно, интересно. Вам нравится? Мне нравится. Да нормально, он тот красный, вообще хорошо смотрится. Если у нас будет так разноцветненько, мне кажется, нормально будет. Фасады еще одного дома на улице Мира стали цветными. Программа капитального ремонта реализуется в Мытищах с 2014 года. За это время в округе было отремонтировано 34 многоквартирных дома. В этом году работы выполняют по 9 адресам. И это не только покраска стен. Монтаж старой штукатурки, штукатурка. Но финишная декоративная штукатурка, отделка откосов, отлив, декор элементов, вот, покраска, металлоконструкции, замена, то есть, практически полный ремонт. Новый адресный перечень объектов, которые будут отремонтированы в течение следующих 3 лет, уже сформирован. В ближайшее время он будет опубликован на официальном сайте администрации Мытищ. Алина Савыш, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.